Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ванька, здоров, майор. Как дела ваши? О чем мы сегодня поговорим? Давайте обсудим что-нибудь важное. Привет, Лера. Привет, привет, привет всем. Хотел бы поговорить на тему взаимоотношений, идеалов. Но, думаю, вам это неинтересно, поэтому задавайте. Саша, у нас с подругой где-то. Как сам, братиш? Я нормально, братка, ты как? Все хорошо. Вот. Что еще? Что еще, что еще? Настя Толстихина, привет. Саша, тут это ты едешь откуда? Саша у нас... Саша работала? Или там, нет, встречалась с кем-то? Я в норме. Как дела? Дела неплохо, как ваши? Вот. Чувствую себя как истребитель на взлетной. Мое любимое слово. Мое любимое выражение, словосочетание, наверное. Вот. Добрый вечер. Дела нормально, как ваши? Так, что еще? Кстати, вот меня спрашивают, какая должна быть девушка? Как вы думаете, какая должна быть девушка? Девушки, вот напишите, пожалуйста, какая должна быть девушка? Прекрасно. Так, порядочная. Да, порядочная, это точно. Все по порядку должно быть в плане того. Верная, любимая. Но любимая, это, наверное, не от нее зависит больше, а от того человека, с кем она. Не то, что Шева. Так, что еще? Вить, привет, сколько нужно денег иметь, чтобы попасть на дом? На дом 2 не надо иметь ни копейки. Вы должны быть просто интересными. Вот. Дальше что? А что будет курица, которая будет писать, что Санька кукушка и т.д. и т.п.? Ну да, такие тоже здесь будут. Порядочная, красивая, умная. Да, с интересным. Так, умная, порядочная, верная, красивая. Умная, порядочная, верная, красивая. Саша хорошая, да, Саша хорошая. Вот, это верно. Так. Пока, Саша, пока. Этот. Что еще? Отъебитесь от Шевы. Вот, видите, кто-то... Возможно, что-то и сказал, но надо сказать это повежливо. Отстаньте от Сашки, допустим. Где Саша? Саша, она с подругой где-то встречается. Вот. Я готовлюсь ко сну и перед сном решил выйти в прямой эфир. Вот. Классно, и спасибо большое. Вот, надо постричься мне, кстати. Мы не расстались. Надо постричься мне. Это точно. Завтра побреюсь чуть-чуть, постригусь. Удачи нам. Спасибо большое, Панфа. Что еще? Что бы вам сказать такое, чтобы на ночь хорошего? Вас целую, обнимаю, мои дорогие. Мне нравится, что ты доверяешь Саше. Ну, не сказал бы, нет, конечно. У вас свободные отношения? Да нет, не свободные отношения. Но на самом деле не свободные, конечно, отношения. Вот, ведь как ты думаешь, кто выиграет «Человек года»? Я думаю, Алена Рапунцель, все как-то к этому ведет. Ее выгнали, потом опять она, ее вернули. Короче, все как-то наиграно, я думаю, что она и выйдет. Ведь как ты думаешь, так, кстати, у вас пол лица не попадает в экран. У меня не попадает пол лица в экран? Может, это из-за телефона вашего? Илюха, здорово, брат. Как ты?
Нет, все нормально. Спасибо. Танцы, танцы, как на Сейшелах. Да, скоро будут у меня танцы, я чувствую. Ты постоянно Дом 2 смотришь? Нет, у меня сейчас идет фильм «Иллюзия обмана». Вот, вы красивая пара. Ну да, мы красивая пара, как там. Бро, как дела? Нормально, Илюха, нормально дела. Должно быть еще лучше. Вот, встретимся, поговорим о том и сём. Как твои дела? Ну, что вам сказать-то? На самом деле, мне почему-то хочется прямые эфиры проводить с какой-то пользой. Где работаю? В спортклубе работаю. В фитнес-клубе. Так, мне хочется какие-то, говорю, эфиры с пользой проводить, говорить что-то вам дельное, правильное, нужное. Но как-то не получается у меня. Не получается, наверное, потому что все больше хотят знать о Дом 2. Вот. И спокойной ночи вам. Целую, обнимаю. На связи.